Запомни этот день. Прислушайся немного. И ты душой услышишь в тот же час, она пришла и встала у порога. Она готова в двери постучать. И в будничных тревогах на всем чистейший отблеск отмечай. Стоит победа на твоем пороге. Сейчас она войдет к тебе. Встречай! Радиопередачи, мы знали, что вот-вот будет последний выстрел, что победа вот уже пришла. Когда нам это вот сообщение передали, то, конечно, тут криков ура, радости всевозможных, объяты между собой, это уж официальное сообщение уже мы получили. Это с рассветом 9 числа повсюду мы видели чехословацкий народ. Это начиная от маленьких детей, кончая глубокими стариками, одетые почти все в национальные свои одежды. Все кричали только «Победа! Победа!». Как рассказать тебе, малец, что бабушке твоей могло быть меньше вдвое, чем матери твоей сейчас, что ей была победа не подарком, была сестрой солдатской плащ-палатки. 9 мая я встретилась здесь, в Татарии, село Печище, Верхний Услон. Конечно, ни радио не было, ничего в то время не было. Спим мы, и вот из сельсовета, секретарь сельсовета, барабанит в окно утром, ну вот разлетаются стекла. Мы говорим, что ты с ума сошла? Победа, война кончилась. Мы не верим, конечно. Победа кричит, только победа, одно слово, и больше никто ничего не может высказать. И выскочили мы на улицу, и действительно, кто плачет, кто обнимается, это что-то невообразимо было. И как вам сказать? И радостно было, и было тяжело, что нет твоих ребят с тобой. И не довоевался, все вместе было. Иду по дороге, и мне вот навстречу мужчина попадается. Ты ничего не знаешь? Нет, ничего не знаю. Ведь радость-то какая? Какая радость? Ведь война кончилась. Ну, столько было радости, я не знала просто, как только бежать до дому. Ноги сделались легкие, а домой пришла. Так я плакала. Я не знаю, девчонку обняла твою. И так плакала, что больше нет сил. Все бегут, все такие радостные, и говорят, идите на митинг. Мы говорим, какой митинг? Война кончилась. Ну, мы все инструменты тут бросили. Тут такая радость была. Знаете, мы все обнялись, и мужчины, и женщины, и девчонки все обнялись, побежали в 27-й цех на митинг. Время, наверное, было часа 4 или 5 утра. Когда вышли за ворота, идет народ, полная улица народу, и кто плачет, кто обнимается. В мирные дни мы говорим о юности будущей страны. В те годы это было ее настоящим. Ночью 9 мая, часа в 4 утра, я проснулся от страшной канонады. Причем стреляли все виды оружия. И пушки, и пулеметы, и автоматы, и пистолеты, и винтовки. Это был салют, самый настоящий. Ну, одетые мы были, спали, конечно, одетые, только нужно было что, взять ремень с пистолетом, выскочить на улицу, в чем дело. Объявляет, война ведь кончилась. Хорошо, я вытащил свой пистолет и разрядил две обоймы. Как салют, и победа, и все. Каким я красивым был тогда на земле. 9 мая я ехал на командный пункт с своими помощниками. Большая группа солдат.
прозвучала оттуда музыка и песня. Тронуло мое сердце. Один из парней, солдат, преподнес меня обыкновенную солянку. Когда я понял, значит, меня нужно играть. Пошел я в середину, дал с большим старанием и вдохновением аккорд татарской мелодии. Не всем труба пропела отбой. Павшие 9 мая, 22 июня, в любой день и час великой битвы, встаньте в строй. Ашик душманнар явна,
ковыт тамырына торырлык булмасын яңада. Сегодня самый светлый праздник наших соотечественников – День Победы. Эти слова воплощают в себе глобальность исторических событий и просто человеческое горе, величие и радость, боль утрат и надежды. Итак, 9 мая 1999 года. С каким настроением пришли к этому дню ветераны Великой Отечественной войны? Я встретил в городе Штеттин, в госпитале. Конечно, ликовали, одеяло кверху, простыни кверху летели, радовались все, конечно, плакали. Ну и, можно сказать, было гордость за нашу победу. День Победы! День Победы! Праздник самый дорогой. Наши боли, наши беды, наша радость, наш покой. Наша правда, наша сила, память сердца, крик души, праздник звонкий и красивый в день весенний к нам спешит. День Победы 45-го года я встретил на посту в городе Балашове в танковом училище, охраняя склад боеприпасов. Погода была прекрасная. Меня снимают с поста. Я ошеломленный был таким мгновенным действиями, которое распространилось. Если сигнал поступил в 4 часа, в 5 часов уже я переодетый стоял на площади в готовности со всеми вместе, сельчанами, местными жителями, идти на демонстрацию в центральную площадь города Балашова. Я фронтовик. Я вступил в это братство святое в самый трудный для Родины год и впервые познал, чего стою, и узнал себя в слове «народ». Был я грязный, голодный, небритый, от усталости серый и злой, сотни раз артиллерии битый, сотни раз погребенный землей. Ну какое тут черту участие, если более тысячи дней каждый день рисковал я не частью, а всей жизнью короткой своей. Мы очень счастливые люди. Это был праздник для нас. Мы радости такие были, и слезы у нас были. Все, что кончилась война, мы остались живы.
Мен соғыш біткен күні Варшавада болдым. 37-ші полк білен соғышыны Сандамирда бітірдік. Сандамирский плацдарм деген бір қоты күчілі соғышылар барайды шында. Мен ол 37-ші полктағы полкташыларымны тәбірікләмекші болам. Олар Қазаннан кетіп, Қазанға қойтқанлар. Мен шындай шатлықлы күн енді. Фуат абы, сіз неше қарсы алдығыз? Менің үшін бұл бік бақытлы күндерімнің бірісі тұрмышымда. Қызғанша қаршы мен бұл байрам күнні госпитальда болдым. Ана қатны мен екінші гвардия танк армияда разведчик едім. Берлинге барған соғышларда, күчілі соғышларда ауыр жарақатландым. Сондықтан енді үйде ятырға, госпитальда ятырға тұрып келді. Я люблю тебя, мой Татарстан, Родина, предтеча наших предков. В майских красках праздника ты стал еще краше, солнечней на редкость. Чтоб цвела республика моя, чтоб сильней с годами становилась, мы должны быть как одна семья. Ради этого победа и вершилась. Мен алар, жиңушелер, шафқатлы болып бұсаларға, исәннәрінің қадырын, үлгәннәрінің қабірін тілек. Хүрмәтлі ветераннар, бәйрәм білән сізіні. Қартлық күнігіз жуан тыныштығында, дән саулығында ұлсын. Балаларығыз, ұнықларығыз рәхәтін көріп, олар бәқтіне қуанып ешерге ясын сізге. Вы познакомились на войне? В 43-м году. А где это произошло? Это произошло 3-й Украинский фронт, батальон наш, на станции Сталинградский фронт. Сталинградский фронт. Мы закончили войну в Венгрии в 45-м году. А как вдруг, он же начальник штаба. Он начальником штаба был, я в санчасти. День Победы для меня был не неожиданным, а его ждал, долго ждал День Победы. Это было под Берлином. Нас вывели из Берлина как участников боев. И под Берлином была группа еще немецко-фашистских войск, армия целая. Они старались нас окружить, но этого не получилось. День Победы встречали очень хорошо, торжественно. Все было нормально, долгожданная победа пришла. Япон империясларын нижеккене тушларын күштірдатлары Карамастан. Ул жиңу біздің зор жиңу біле тәмамланды. Алар 10 күн бойына қаршылық көрсеттілер. Шул қаршылықтасын алардың кеші қаршылық көрсеттілерге қалмады. Хәм біздің ғаскерлер уңышлы рәвіштә Манчжурия азат иттілер. Самый памятный день – это День Победы. В ночь наш механизированный корпус вошел в город. В одной стороне наш, мы в другой – немцы. Ждем. И объявляют. Война закончена. Победа. Еще раньше наше командование не пустило нас вперед. Утром мы шагом на танках вперед. Догонять немцев, которые не разоружаются, а следуют в сторону американцев. Бұл жиңу бейрәмін қоршы алдығы мен Қозанда. Госпитальда райын болып қайтқаннан соң Қозанда едім. В общем, көз алдында бүтін болған ауырлықлар, жоғалтулар, дос ішлерінің
туған тумашаларының әммісі де көз алдынан ұза. Соғышының бұл ауырлығын көрмәйін кіші қалмағандыр. Аның жарақаты әлігі әлігі қан бара. Нұшылай бұл қарамастан, міне біз ешілер әмайлар соғышқа бара бі ашығадырық. Анда өлесінде біледірік енді. Нұ бәқітке қаршы салға қалды бізді. Міне шүнді ғаламетлік кішіде, міне еліні сақлау, ауылыны сақлау, әтеніні сақлау үшін бір кіші өзінің тұрда ойламады. Сен күрәшті туған елің үшін, жиңу алып қайттан еліңге. Рейхстагқа мініп байрақ ілдің, барып жеттің Ирак Берлинға. Жиңу ялап қайттың туған елге. Яша жерде күшілі рухан бәлән, Үтәр үшін елің құшқанна. На площади свободы ветераны Великой Отечественной войны. День 9 мая на все времена золотом вписан в летопись российского государства. Это день всенародной гордости, всенародной памяти. И мы склоняем головы перед теми, кто во имя свободы, во имя живущих ныне и грядущих поколений героически сражался на фронтах и трудился в тылу, кто, вернувшись с войны, не жалея своих сил и здоровья, восстанавливал разрушенное народное хозяйство. Свято чтим память тех, кто ради мира на земле отдал свою жизнь и навсегда остался лежать на поле боя. Низкий вам поклон и огромная благодарность, участники войны и труженики тыла. Майский день света и радости, праздник победы, час памяти. Будет он вечным днем младости, вашего мужества, доблести. Нету отечества нашего более чистого праздника. Для поколения младшего нету мудрее наставника. Ваши заслуги пред Родиной ценим мы. В поисках совести, в поисках правды все ходим мы. Ваша она сквозь все горести. Так торжество победителей будет навеки отмечено. Нам, дорогие родители, вами победа завещана. Эти заветы прекрасные, дороги нам, как и жизнь сама. Ваши глаза горят ясные зоркостью светлого разума. Будьте здоровы и счастливы. Будьте прекрасны и молоды. Пусть будут внуки догадливы, вам на плечо склонят головы. В этот прекрасный день я горячо поздравляю вас со славным праздником, Днем Победы в Великой Отечественной войне. Мы рады тому, что нас пригласили на такое торжество. Очень много народа здесь, прекрасно дышится, хорошо. Биек байрам кене бүген. Халык байрамы, солдатлар байрамы, сугышта катнашка кишилерин байрамы. В годы войны наши стрелковые части были вооружены автоматами и карабинами знаменитых конструкторов-оружейников Шпагина и Симонова. На
площадь вступают военнослужащие войсковой части 5561 в форме военных лет. Печатая шаг, на площадь выходят офицеры Казанского высшего военного командного училища, которые готовят специалистов для танковых подразделений и частей. За выдающиеся боевые заслуги перед Родиной и подготовку командных кадров для танковых войск в годы войны училище было награждено орденом Красного Знамени. На параде сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Татарстан. Парадным строем проходят сотрудники вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Татарстан. Идут слушатели и курсанты Казанского юридического института МВД России. Многие из них достойно продолжают славное дело своих отцов и дедов. На площадь вступают военнослужащие войсковой части 5561 Министерства внутренних дел России. Торжественный марш продолжают бойцы 26-го отряда специального назначения Приволжского регионального командования внутренних войск МВД России. Военнослужащие этого подразделения выполняют задачи в Северо-Кавказском регионе, а также в других регионах страны. Торжественным маршем проходят сотрудники Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан. Управление по праву занимает одно из ведущих мест среди территориальных органов ФСИН России. Впервые сотрудники управления идут под собственным знаменем. Наравне с мужчинами службу несут женщины. Офицеры уголовно-исполнительной системы вносят весомый вклад в дело обеспечения законности и охраны общественного порядка. Парадным строем идут сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Татарстан. Пожарные, спасатели, военнослужащие войск гражданской обороны. Все те, кто круглосуточно выполняет свой долг, защищая население от чрезвычайных ситуаций. В торжественном параде победы принимают участие должностные лица Татарстанской таможни Приволжского таможенного управления Федеральной таможенной службы. Сводная рота курсантов факультета военного обучения Казанского национального исследовательского технологического университета, который более 85 лет готовит офицеров запаса для вооруженных сил Российской Федерации. На марше сводная рота парадного расчета Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева, военная кафедра которого является одной из старейших в России. На арене прохождения студентки Казанского государственного медицинского университета. В годы Великой Отечественной войны из стен университета ушли на фронт свыше 2000 врачей. Медальными рядами проходят представители юнармейского движения Республики Татарстан, которые успешно осваивают программу патриотической подготовки. Учащиеся гимназии номер 94 Московского района города Казани. Парадный расчет учеников Раинского специализированного профессионального училища. Руководит юнармейским движением Республики Татарстан генерал-майор Бородин Александр Ильич. На марше Казанская кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза
Бориса Кирилловича Кузнецова. В торжественном прохождении принимает участие кадетский корпус школы номер 67. На базе школы в военно-патриотическом клубе под руководством Союза десантников Республики Татарстан растет достойная смена будущих защитников Родины. Курсанты Казанского филиала Волжского государственного университета водного транспорта имени Героя Советского Союза Михаила Петровича Девятаева. Будущие капитаны и специалисты морского и речного транспорта. На площади участники боевых действий в Афганистане и других локальных конфликтов. Четким строевым шагом идет рота почетного караула Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища. Возглавляет парадный расчет командир роты капитан Степанов, оба прадеда которого сражались и пропали без вести на полях Великой Отечественной войны. В строю курсант Кушнир, его прадед, старший лейтенант Кривоносов Владимир Алексеевич, был удостоен звания Героя Советского Союза. На площадь входит боевая техника. Колонну возглавляет подполковник Маршалковский. В составе колонны 17 единиц техники, как времен Великой Отечественной войны, так и современной. Проходит колонна современных БТР-82А, БТР-80 и БТР-70, ставших надежной опорой мотострелков в любых условиях боя. Танк Т-34 носит имя Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Кобякова. Проходит советская противотанковая самоходная артиллерийская установка Су-100 периода Второй мировой войны класса истребителя танков. Самоходная установка названа в честь героя-танкиста Семена Коновалова. Мимо трибун проходят легендарные «катюши», наводившие ужас на гитлеровцев в годы Великой Отечественной войны. 37-миллиметровая автоматическая зенитная пушка АЗП-39 использовалась для борьбы со штурмовиками, истребителями-бомбардировщиками и как противотанковое орудие. Мотоциклы МВ-650 передавались танковым подразделениям, служили для перемещения и выполнения диверсионно-разведывательных задач. Ремонтно-эвакуационная машина РМКЛ предназначена для ремонта и эвакуации колесных машин. Мимо трибун проходит техника, представленная ретро-клубом «Высокая гора». Автомобили ГАЗ-67 с 45-миллиметровыми орудиями, ГАЗ-ААА «Полуторка» и бронеавтомобиль. Обгорелые пыли, этот день мы предрешали.